Доброе утро, друзья мои! Сегодня у нас крещение, всех с крещением. Я налила стакан крещенской воды. Мы ночью ходили в церковь, набрали воды с сыном, со снохой. Вот такой туман сегодня лег на наш город, посмотрите. Все в дымке. Вот вам и крещение. С крещением вас, друзья! Здоровья крепкого, исполнения ваших желаний. Приглашаю вас, друзья, к себе на кухню. Обязательно, друзья, нужно выпить 3 глотка хотя бы каждое утро этой прекрасной, священной, Богом данной воды крещенской. Наливаю себе вот такой прекрасный бокал кофе. Капучино. Дисплей пишет: пожалуйста, ждите. Все. Вот такой бокал прекрасного кофе. Посмотрите, поднимаем краник. Краны поднимаем. Этот кран тоже поднимаем. И вот такой бокал. Приготовила, друзья, маффины шоколадные. Посыпала пудрой сахарной и вот такие вот корзиночки из песочного теста с брусникой и с творогом. Капучино у меня. Ну что ж, друзья, день продолжается. Нарезаем морковку на разогретую сковороду, наливаем оливковое масло. И отправляем немного поджариться морковь и лук. Вот такими кусочками, друзья. Сюда же на сковороду, друзья, к луку и к моркови я отправила перец болгарский, нарезанный у меня в морозилке. Вот перец, кабачок нарезанный. Сейчас все потомится, потому что у меня в гостях внук. А внук эти овощи любит. Закипает вода, и мы отправляем любимые макароны моего внучка. Вот эти вот бантики. Наверное, все детки любят такие бантики. Форма, друзья, бантики вот такие вот. Макароны. Внуки мои любят. Овощи, друзья, у нас почти готовы. Добавляем грудку. Я прям сразу сюда, друзья, добавляю, не мешаю, накрываю крышечкой, и все у меня томится. Конечно, на улице, друзья, пасмурно, туман, но погода у нас -2, +1. Кирилл, идем кушать, сынок. Приготовила внуку его любимые макароны с овощами и с курочкой и какао. В последнее время полюбил какао. Ну а тут вы видели уже, я приготовила вот такие вот кексики шоколадные тоже. Конечно, сейчас, слава богу, от динозавров он чуть-чуть отходит. Вот то сейчас утро играл динозаврами, сейчас вот паровозики. Пускай лучше на паровозике. А я, друзья, буду готовить пирог. Вечером приедут родители за ним, и я приготовлю пирог. Небольшой пирог с куриной грудкой. Мне легкий пирог со слоеного теста. Здесь вот я нарезала грудку, картофель и лук. Сейчас все соединим и сделаем с вами хорошую начинку. Добавила, друзья, перец, соль, приправы, те, которые вы любите, на ваш вкус добавляем. И вот такая вкусная начинка: куриная грудка, картофель и лук. Простая, но вкусная. Начинка готова. Мы раскатываем с вами наш пласт слоеного дрожжевого теста.
Тесто мы раскатали, друзья, и вот сюда на середину выкладываем нашу начинку. Друзья, мы вот так выложили с вами начинку. Обратили внимание, что я положила, нарезала мелко укроп. И режем наше тесто вот таким образом. Посмотрите, где-то через 2 сантиметра. С одной стороны и с другой стороны. Смотрите, друзья, сначала делаем вот так друг на друга, заплетая косичку. Очень просто, друзья, но я хочу сказать, пирог необычной формы приобретается, как будто мы с вами плетем лопатки. Пирог так и называется — лопатки. Друзья, посмотрите, вот такой формы получился у нас пирог. Я вам показываю вот такую форму. И сейчас при температуре 190 градусов выпекаем минут 25. Вот такой формы получился у нас пирог. Посмотрите, друзья, форма лопатка, лаптик. Ну а сейчас из остатков теста мы с вами сделаем самсу. Вот таким образом скрепляем. Просто обычный конвертик. Друзья, готов наш пирог. Посмотрите, вот каким образом он выглядит. Мягенький, вкусный. И самса тоже готова. Ну вот, вроде распогодилось более-менее. Утром туман был. Я вам показывала вот к вечеру, ближе после обеда. Вот такая погодка у нас. Елка пока еще в убранстве. Завтра, я думаю, будем убирать елку. Вот так и прошел день. Внука забрали. Ну что ж, друзья, до новых встреч, до нового видео на канале «Новые горизонты».